bloody men! Thank you.
Черт! Красные так и кишат повсюду. Еще чуть-чуть, и мне бы конец. Да, я чуть не остался на обрыве. Не знал, что красные так хорошо обращаются со снайперкой. Доложите ситуацию. Можно рвать тут все к чертям? Да, пару патронов найду. Я тебя прикрою. Эй, поаккуратнее рядом с краем. Тут падать придется чертовски долго. Внимание! Наверху гости! Подарочек от дяди Сэма. У меня для тебя подарочек, Комми. Враги уничтожены. Нам нужно через трубу? А я думал, только мне жить надоело. Начало аудиозаписи. Говорит капитан Закари Ллойд, армия Соединенных Штатов, военная база Анкоридж, Аляска. Уже около 2 часов китайцы штурмуют нашу базу. Все это время идет ураганный артобстрел. Китайским кораблям плевать, кого накрывают их снаряды. Они бьют по площади. По нашим прикидкам, они убили больше своих солдат, чем наших. Но им это похоже до лампочки. Такими темпами меньше, чем через час, эта гора превратится в могильник, а китайцы придут и расположатся, как у себя дома. Господи, помоги нам. Боже, храни Америку. Если я хоть день проживу без мостков, то помру счастливым.
тебе подарочек от дяди Сэма. Молли, надеюсь, эта пленка когда-нибудь к тебе попадет. Не знаю как. Времени у меня в обрез, но ты должна знать, что со мной случилось. Первые донесения не обманули. Китайцы правда здесь. Они штурмуют Анкоридж. Прямо сейчас. Это не игрушки. Пёрл-Харбор по сравнению с этим просто учение. Никогда не видел такую прорву военных кораблей. Сержант Лаури дал взводу приказ собраться через 15 минут. Наш план — зарыться в скалы и задержать китайцев, пока не эвакуируются гражданские. А потом... потом просто будем держаться, сколько сможем. Я говорил с Дарни, с Еллой и Далласом. Мы все согласны, сдаваться не будем. Я никогда не говорил тебе, но... помнишь тот вечер в Кливленде? На колесе обозрения. Вот тогда я в тебя и влюбился. Прощай, Молли. Я... прости меня. Рядовой первого класса Генри Ходжес. Конец сообщения. Дальше через комплекс будет вход на артиллерийскую базу. Не знаю, что нам там приготовили, так что будем начеку. Сюда, сюда! Взять их! У меня для тебя подарочек, Корни! Идите сюда, красные недоумки! Страны красный! Hey, Ren.
Начало аудиозаписи. Говорит капитан Закари Ллойд, армия Соединенных Штатов, военная база Анкоридж, Аляска. Примерно 23 минуты назад войска коммунистического Китая высадились в Анкоридже, невзирая на все попытки наших солдат этому помешать. Как и ожидалось, китайцы преследуют две основных цели – захватить сам Анкоридж, а также нашу базу. Благодаря нашим укреплениям потери США здесь, на горе, пока минимальны, но долго это не продлится. Это ненадолго. Подкреплением китайцев нет конца. Когда нас возьмут, только вопрос времени. Сегодня мы все погибнем, но Богом клянусь. Перед смертью мы влепим этим красным ублюдкам так, что они это не скоро забудут. Конец сообщения. Твою мать! Вон там, видишь? Это химеры, их чертовы танки. Не бойся, они до нас не добьют. Не дайте красным удрать! Еще много таких осталось! Враги уничтожены! Взять их! Похоже, у коммунистов... для тяжелой артиллерии. Может, нам и не надо было сюда приходить? А вас, уродов, по вашей великой стене своими руками размажут!
тебе подарочек от дяди Сэма. Противника, вступай в бой! Молли, прости меня. Прости. Я не могу. Мне так страшно, Молли. Я не хочу умирать. О, боже мой, я не хочу умирать! Мы держались сколько могли, клянусь тебе. А потом съел и попросил магазин. Я к нему повернулся, и тут ударил снаряд, и... Его нет, Молли. Только что был рядом, и вот нету. И кровь, и... И куски от него... О, боже мой, на мне! Повсюду! Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Пусть они уйдут! Пусть они уйдут! Пусть они уйдут! Я просто хочу домой! Хочу к тебе! Я прячусь! Китайцы везде! Я трус! Я трус, я знаю! Но мне плевать! Если меня найдут, я сдамся! Вступаю в бой! Ладно, я ошибся, и что? Пошли дальше. Там внизу фронт. Эти пушки бьют по нашим парням. Уберем их! Не дайте красным удрать! Сюда, красные недоумки! Сюда, сюда! Взять их! Все объекты уничтожены! Из моей страны, красный!
Остановитесь, красные сволочи! Осталось закончить. Проснись и пой! У меня для тебя сюрприз! Последняя пушка. Уберем ее с карты. Как домино. Отлично. Так держать, солдат. Отличная работа с этими пушками, черт возьми. Просто класс. К сожалению, пока вы там скакали по горам, нам тут внизу надрали задницу. Китайцы решили использовать наш полевой штаб в качестве мишени. И чуть не разнесли всех нас на кусочки. Мы потеряли немало отличных людей. В том числе полковника Паттерсона, командира ударной группы. Чёртовы красные! Когда же мы наконец прогоним их до самого Пекина? Но я тебя сюда вызвал не для дружеской беседы за сигарой. У тебя новая вводная, солдат. Называется повышение по службе. С этого момента ты командир ударной группы Паттерсона. Между нами и штабом китайцев три хорошо укрепленных цели. Вот тут нам и нужна твоя ударная группа. Пойдем к тактической карте, я изложу тебе обстановку. Генерал очень хочет с тобой поговорить. Так, слушай внимательно, солдат. Я повторять не намерен. Здесь мы устроили новый полевой штаб. Теперь, когда орудий больше нет, тут безопасно. Первая из трех целей — это база Химер. Вот она. Осторожнее на подходах. Придется пройти через вражеский лагерь. Когда проникнете на танковую базу, надо взорвать две основных цистерны с горючим. Вторая цель находится вот здесь. Китайцы установили пост перехвата на краю Колливей Ридж. Там по пути есть заброшенные шахты, так что держи ухо востро. Для засады места лучше не придумаешь. Вы должны полностью зачистить объект от противника, чтобы ребята из разведки могли прибыть туда и заняться дешифровкой. Когда с этими двумя объектами разберетесь, останется последний. Это их чертово импульсное поле. Его нужно пересечь, а затем создать перегрузку, чтобы наши Т-51Б могли стереть там все в порошок. Сразу предупреждаю, если ты не самоубийца, даже не думай подступаться к полю, пока не разберешься с первыми двумя целями. Лейтенант Морган будет твоими глазами и ушами на время операции «Анкоридж». Так что все необходимое ты получишь от него. Дядя Сэм немало потратился, чтобы сделать из тебя боевую машину. Пришло время отдавать долги. Можешь идти.
Лейтенант Томас Морган. Разведка и снабжение к вашим услугам. Я даю наводку, вы стреляйте. Так значит... Это вам передали отряд самоубийц Паттерсона, да? Ну а чем мне еще греться в этой морозилке, как не чувством юмора? В общем, моя работа — помогать вам снабжением и разведданными. Что будет нужно, только скажите. Не беспокойтесь. Сержант Монтгомери знает о группе все. Если понадобится подкрепление или свежие сводки, обращайтесь к нему. Чем я еще могу помочь, пока вы не отправились на задание? Без проблем. Воспользуйтесь терминалом для запросов здесь, в командной палатке. Выбирайте любой товар, и терминал выдаст ленту запроса. Принесите ее интенданту, и готово. Да, любят наши госструктуры все утопить в бумагах, а? И прикончите там пару красных за Паттерсона и за других славных ребят, которых мы потеряли. Похоже, нам вновь предстоит работать вместе, сэр. Генерал Чейз приписал меня к ударной группе. И поскольку вас повысили, теперь я буду отдавать вам честь. Вы заслужили, сэр. Вы даже не представляете, сколько жизней спасли, уничтожив эти пушки.
Тоже мне обычная работа. Ага, сейчас. Я каждый день встаю утром и в одно лицо пробираюсь на китайскую базу с самоубийственным заданием. С таким примером, как вы, наши парни превратятся в машины для убийства. Вот так-то, старина. Теперь займетесь делами поважнее, а? Все готовы надрать красным задницу, сэр. Какие будут приказания? Да, сэр. Выдвигаемся. Будем ждать вас у шахтерского поселка. Сэр. Солдаты крепко вас зауважали после того, что вы устроили с китайскими орудиями. Вот что. Забирайте дополнительное снаряжение и плевать на все бланки. Если кто спросит, скажу, с грузовика упало и пропало. Вроде бы все в порядке. Получите. Командир! Не о чем докладывать, командир. Ты просто само спокойствие. А ведь нам сегодня придется сражаться не на жизнь, а на смерть. Ты это понимаешь? Я готов пойти и поубивать красных. Это точно. Вот слова истинного защитника свободы. Только без глупостей там, хорошо? Помни, что я с тобой рядом. Эй, я все сделаю, если надо. И знаешь почему? Если я не буду защищать слабых, людей вроде вас, кто же вас защитит? Ладно, ты несешь какую-то чушь. Потом поговорим. Еще совсем немного. Ты в порядке? У меня так странно глаз подергивается. Знаешь, тих такой, когда коми поблизости. Веселый будет денек. Вот слова истинного защитника свободы. Только без глупостей там, хорошо? Вы ранены? Поздравляю с прибытием в штаб. Бои сейчас идут горячие. Вот твои лекарства. Я доктор Адами. Заходи, если нужно будет тебя подштопать. Медицинский журнал «Доктор Эдриан Адами», армия Соединенных Штатов, Анкоридж, передовая база на Аляске. С учетом сложившейся ситуации, мы с генералом Чейзом полагаем, что препарат под кодовым названием «Психа» можно рекомендовать к использованию в ходе операции. Я ознакомилась с результатами первых клинических испытаний. Разумеется, есть побочные эффекты – помешательство, агрессия и, конечно, привыкание. Но, судя по всему, негативные эффекты невелики. Да, я понимаю, что разработку препарата вел исследовательский отдел Чейза, но если он работает, значит, работает. Как будто сейчас время быть щепетильным. У многих солдат в Анкоридже семьи, и если я могу помочь им сражаться лучше, я это сделаю. Надеюсь, только моя клятва Гиппократа не плюнет мне в лицо, когда весь этот бардак закончится. Чем докладывать, командир?
Тебе жить надоело? Вон там, на том гребне. Прямо наверху. Сегодня придется сражаться не на жизнь, а на смерть. Ты это понимаешь? Что толку иметь оружие, если пострелять? Старик, я уже готов снять ствол с предохранителя и в атаку. Очень хорошо. Только не забывай, что ты не один в поле боя. Тогда, может, даже доживешь до победы. Парень, ты держись меня. Медалей нахватаем. Станем самыми большими иконостасами во всей армии, когда это кончится. Временами это как с ребенком говорить. Ты в курсе?